рыба пойманная зимней мельмой. Вот наша зимняя катушечка, предназначенная для ответственного блеснения. Масса катушки 130 граммов, лесоемкость 100 метров 0,35 моно, два подшипника нержавеющих закрытых. Катушка не боится мороза, курок двухпозиционный, у нее реализован мертвый тормоз. Для того, чтобы катушку использовать в качестве проводочной, курок нажимаем до щелчка, нажатием пальца на барабан мы можем создавать усилие, чтобы жестко просечь любого крупного хищника. И на вываживание работаем пальцем как фрикционом. Рыба меня не заберет ни сантиметра, пока я сам этого не захочу. Нагрузка на разрушение больше 15 килограмм. Сломать ее практически невозможно. Лапа из каленой стали. Здесь клепанный дюралевый барабан. Внешний диаметр барабана здесь 80 миллиметров, внутренний 55. Позволяет очень быстро выматывать леску. То есть такая бескомпромиссная штука получилась для тех, кто охотится за крупным хищником, ну и вот за форелью. Легкость хода неимоверная. Форелька красивая. Счастливый рыболов. Сидишь и так медитируешь полчаса, потом как даст. Рыбалка удивительное занятие. Вот казалось бы, холодно, иногда ветрено, снег. Но стоит один раз попасть на хороший клев, особенно если это достойный хищник, люди начинают этим болеть всю жизнь. Это неповторимо, это незабываемо. Когда из темной лунки вдруг показывается голова